Участники митинга «За Владимира Путина» частично покидают Манежную площадь и бегут по Маховой улице в сторону метро «Библиотека имени Ленина». Об этом сообщила корреспондент «Коммерсант ФМ» Наталья Жданова. Причины пока неизвестны, на площади акция в самом разгаре. Со сцены уже выступили член Совета Федерации в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Участники митинга ревом встретили появление на сцене боксера, депутата Госдумы Николая Валуева. Выступает группа «Город 312». По данным ГУВД, на митинг пришли около 10 тысяч человек. Одним из организаторов акции выступает молодежное движение «Наши». У гостиниц «Националь», «Москва» и здания «ЦУМа» автомобили полиции и автобусы ОМОНа.